С 1 июня по 24 августа госавтоинспекция Брещины проводит комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасное лето». Главная цель инициативы – сохранение жизни и здоровья юных жителей области. Специальные акции, в ходе которых ребята общаются с водителями и дарят им памятки о правильном и безопасном поведении на дорогах, явление для Брещины не новое. Они уже апробированы на практике и доказали свою эффективность. Если взять пример данной школы 19-й, я неоднократно посетил ее в рамках образовательного этого года и задавал вопросы детям, не только рассказывал, но и задавал вопросы. То есть мне было интересно, впитали ли они что-то, что я им объяснял, учил, и поступали довольно-таки грамотные ответы от детей. То есть, конечно, коэффициент их грамотности стал намного выше. Ученики 19-й школы, которые сегодня посещают оздоровительный лагерь «Светофорчик», созданный на базе учреждения образования, к мероприятию подготовились основательно. Приготовили плакаты, нарисовали рисунки, подарки, внимательно изучили памятки о безопасном поведении за рулем. К слову, несмотря на юный возраст, большинство участников инициативы знают правила, по которым протекает дорожная жизнь, и рады поделиться своими знаниями. А ты выполняешь правила дорожного движения? Да. Какие знаешь правила? Что нельзя переходить пешеходный переход, если там нету зебры. Чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, чтобы не нарушали правила, чтобы их дети были в кресле и пристегнутые. А что говоришь, вот когда водитель подъезжает, что ты ему говоришь, когда подходишь? О чем просишь? Чтобы он соблюдал правила дорожного движения, не ехал на красный свет, чтобы пьяным не садился за руль. Я узнала, что нельзя нарушать правила дорожного движения, чтобы водители были осторожны в районе школы и никогда не нарушали правила дорожного движения. Это мне понравилось больше всего. Я была рада, что приняла участие в этой акции. Считаю это полезным. Однако дети все равно остаются детьми, даже если имеют солидный багаж знаний. Они могут играть вблизи дорог или проявлять невнимательность. А потому, безусловно, именно водители несут большую ответственность за безопасное детское лето. Все мероприятия, которые проходят на базе нашей школы в период оздоровительной кампании, они сопряжены с безопасностью движения детей и все мероприятия, которые проводятся работниками ГАИ, как и воспитателями оздоровительного лагеря, посвящены отработке на практике тех знаний, которые ребята получают в образовательном процессе. Правильно переходить улицу, правильно передвигаться колонной, правильно переходить дорогу во время массовых мероприятий. Летний период, он является опасным для пешеходов. Дети теряют бдительность, внимание и могут нарушать правила дорожного движения. Поэтому водителю лишний раз необходимо быть более внимательным на дороге. 19-я школа города над Бугом с госавтоинспекцией области тесно сотрудничает уже больше 5 лет. На протяжении этого времени в учреждении образования регулярно проводятся мероприятия, посвященные теме безопасности. Движение на автомобильных артериях Брещины становится интенсивнее с каждым годом. Дети – непосредственные его участники, а потому очень важно научить ребят правильному поведению на дорогах.